Друзья, рад приветствовать вас на себя на канале. С вами Владимир. Сегодня я хочу вам рассказать о PayPal, все то, из-за чего это блокируется, как сделать так, чтобы это не блокировалось, все эти моменты, разблокировка, переводы и прочее. Добро пожаловать на канал Pool Expert. С вами Владимир. Смотрите, ситуация такова, что если вы с Украины либо страны СНГ, кошелек может заблокироваться даже с первого перевода. Особенно это касается евровалюты. С долларом работать проще. Есть такие нюансы. Первый совет, что я вам дам, нужно кошельки прогревать небольшими суммами, там до 100 долларов или 100 евро. Сделать такие переводы, чтобы хотя бы прогнать там 500-1000 долларов, и ваш лимит уже повысится. Хотя якобы служба PayPal говорит нам о том, что дневная норма — это до 60 тысяч долларов или евро в сутки можно перегонять с кошелька на кошелек, выводить там и прочее. Но есть еще такое ограничение, то что банк не пропустит там суточную норму тоже не больше там 200 тысяч, ну или 100 тысяч гривен, или какая там у вас валюта будет. Тоже не надо на это обращать внимание, поэтому карту вы можете привязать, несколько карт вывести там на три разные банка, и по крайней мере вы уже больше сумму сделаете. Следующий момент. Если вы хотите сохранить кошелек, чтобы не попадал в блокировку, в проверку, единственное, что я вам посоветую, это создать два кошелька. Один для доллара, другой для евро. Для чего это нужно? Чтобы система не путалась, не попадала по эти алгоритмы проверки и не блокировала вам счет. У вас отдельный счет должен быть для евро, отдельный счет для доллара. И тогда вы так два кошелька прогреваете, они два в принципе существуют. Тогда у вас один, и вы принимаете и доллар, и евро, вам постоянно нужно менять валюту. То есть, если вы работаете в основном в долларе, вы принимаете, тут кто-то вам будет оплачивать евро, вам нужно заходить через именно браузер, потому что через приложение вы не поменяете. Переходите, нажимаете на счет PayPal, опять же выбираете валюту добавить, если вы не добавили, и назначаете основной, ту, на которую вам придет евро. Принимаете в евро, опять вам нужно работать в долларе, вы опять туда же заходите, меняете на основной счет доллар. То есть это неудобно, поэтому создаете два кошелька на... Естественно, разные электронные почты, но данные могут быть одни и те же. То есть, вот это единственное, что я вам посоветую, а за всеми подробными новостями, как разблокировать и помочь вам с переводом за небольшой процент, вы пишите мне, ссылка будет закреплена в описании под видео, в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Перейдете в мой телеграм-канал, вы уже с частью информации ознакомитесь, которую я вам озвучил и прочее. И дальше по переводам, по разблокировке мы с вами можем пообщаться и договориться. Все это решается, никаких проблем не составит. Вот, как-то так, друзья. Подписка на канал, прожать колокольчик, оставить позитивный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.